Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, гонка. Вид. Вот такой вот я взял, девчоночку. Кстати, мне сегодня выпал монетный ускоритель. Я его поставил, но убираю, ребят, потому что он не прокачан, он слабенький. Я вот его попробовал, да, за кадром, так сказать, протестил. И этот тест привел к тому, что я проиграл гонку. Просто профукал гонку, ребят. Ладно, посмотрим, что у нас здесь получится. Ох, что там, чувак на форсаже, что ли, шпарит? Или на чем? Крыльев я у него не видел, но едет он на... А, монетный ускоритель у него, ё-моё. Вон он. Ну, я уже понял, ребята. Второй уровень монетного ускорителя ровным счетом ничего не дает нам. Надо прокачивать. Либо там третий. Ну, больше двух, чтобы он был. Это однозначно. По-другому даже и заморачиваться не стоит. Фью. Взяли второе место. Не обращайте за мою затупленную реакцию, потому что я только-только встал, ребят. Вчера после черепашек вырубился, как младенец, блин. И проспал до часу дня сегодня, ребят. До часу дня. Ну, почти. Где-то в половине двенадцатого встал. Ну и сразу же зашел в игру. Фу, так что еще, можно сказать, не проснулся. Ну что, мы возвращаемся на нашу позицию. Да. Вот, кстати, здесь я и проиграл на монетном ускорителе. Миля в пустыне. Давай-ка мы возьмем, наверное, вот так вот. Нет. Вот это я лучше прокачаю. Все. Ну что, поехали на нашем суперкаре. Ого, чувака, смотри, смотри, какой тягач. Заезжай, заезжай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сможешь ли ты... Ого. Давай-давай-давай-давай-давай. Нифига меня тачка эта порадовала. Прям заехала. И прямо без проблем. Такс. Давай-давай-давай-давай. Тут главное не перевернись. Фью. Шапку потерял, да фиг с ним, у тебя еще одна шапка есть. Капюшон. Там, блин, тягач. Да куда ж ты? Кстати, тягач тоже, ребята. Да какой, какой горючий. Пипец. Просто пипец, ребята. Вообще вылетел. И опять отъезжаем назад. Зашибись, поиграли. А сфига ли горючий закончился, я не понял. Никогда у меня на этой трассе горючее не кончалось. Видимо, слишком много этих переворотов было, да? Кто-то мне писал в комментариях: Рэй, возьми формулу. Я ему ответил: формулу бы я с удовольствием взял погонять, но она у меня не прокачанная вообще. Поэтому смысла от нее нету. Вот, вот от этой формулы. Поэтому и гоняем пока на суперкаре, так как он хоть более-менее как-то прокачан. Так, баги, вали отсюда. Давай-давай-давай, монетки берем. И газуем. Вот и все. Нет, суперкар, конечно, крутая тачка. Базара нет, но перевернуться на ней, конечно, можно вообще в легкую. По ходу дела я так и буду вперед-назад сегодня елозить. Ни два, ни полтора. Может быть, у нас там что-то улучшить можно на суперкаре, как думаешь? Я, правда, не смотрел. Да и вроде как денег нету. Давай вот здесь вот без приключений. Замечательно. Задание завершено. Выиграйте 5 гонок. Зона опасности. В общем, сегодня надо получить 46 тысяч кубков. Это кровь из носу. Так, ребят, подождите, подождите, куда это вы? Да что ты, блин? Ты издеваешься, что ли, надо мной, я не пойму. Я в шоке.
Раньше она переворачивалась хотя бы, сейчас вообще ни в какую. То есть одну гонку я сфейлил, получается, да? Да, одну гонку просто отдал врагам. Все потому, что вот не можем заехать вот на этот парабрик. Есть. Ну-ка, какое место у меня? Первое. Ну вот и хорошо, что первое. Так, давай-ка мы заберем награды. 3000 монет плюс сундук. Маневр еще нужно 500. Скоро, кстати, сделаем его. Так, командочка. Я уже поздоровался здесь со всеми. Архангельск. 292. Почти рядом со мной. Такс, ну что, едем дальше. У нас кубок колпака и ступицы. Вот, кстати, что мы... Подожди-ка, я хотел посмотреть, может быть, нам на прокачку. Девятый уровень. Угу. Десятый уровень защиты. Неплохо. Ну что, поедем опять же на суперкаре. Поехал, блин, на суперкаре. Опять как обсоса где-то поза... тут. Да что ж ты так в воздухе-то долго времени проводишь-то, объясни мне. Вот смотри, смотри, почему опять горючее кончается? Я ничего не делал, не переворачивался. Странно. Ох, нифига. Вот как мы можем. Давай, 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 падай на колесики. Отлично. Главное тут не перевернуться. Медленно так подъехали, забрали монетки и поехали дальше. Так, вторая гонка меня порадовала. А вот третья, даст ли мне нужный эффект? Блин, эта вертушка запарила. Будете, говорит, приземляться быстрее. Где? В каком месте я буду, блин, приземляться быстрее? Еле едем, блин. Короче, второе место нам тут обеспечено. Первое? А почему первое? Хм, интересно. А я уже думал, что второй. День гонок. Ну, день гонок. Будем опять же на суперкаре ехать. Оп. За счет силы и скорости только мы смогли сюда забраться. Потому что очень был хороший разгон. И мы смогли заехать. Ну да, эта трасса как раз для нашей машины. Мы даже там ролейку сделали. Сейчас попробуем здесь тоже подвязовочку сделать. Оу. Да блин, не врежься только, врезался, шапку потерял. Так, здесь... Как ты долго приземляешься, ну чтоб тебя, а? Все. Обогнали Лауру этого. И последний заезд. Куда вы лезете? Этот еще на своем форсаже там шпарит. Но тут круто. Тут мы прям все поперелетали, что можно было. И первое место заслуженно получаем. Такс. Дают нам
Ящик. Зимние шины, ускоритель фляки, дым. Так. Тут непонятно, что за награда, конечно, будет. Видимо, ничего нам не достанется. Но 18 деталей уже впереди. Погнали. Ух. Блин, все, я вспомнил. Опять там этот на шептуне едет. Блин, как он меня припаривает, а? Да-да-да, именно этот на форсаже. Он форсаж, еще плюс монетный ускоритель. И не смог меня обогнать. Видимо, слабо прокачан у него. Не надо! Ну ты видел, да? Все заехали, а Рэй не заехал. И это обидно. Ну зато я и так сделал первое место себе. Обеспечил. Последняя гонка. Не раскисаем, друзья мои, не раскисаем. Блин, без идеального старта, конечно. Давай, родной. Ух, как ты хорошо бустанулся. Нормуль. Лучше и быть могло. Даже этого самурая паршивого сделали. Так, 43 тысячи, да? Горный кубок. Ну, наверное, друзья, горный кубок будем мы все-таки на нашем раллийном авто сдавать. Эть, да сдавался, блин. Бахман, подожди меня. Ну куда же ты, Бахман, от меня умчался, а? Ну это что такое, ребят, ну? Иди, я тебе говорил же, Бахмана все-таки я успел сделать. Не знаю, ребят, почему-то мне кажется, что моя ролейка начинает сдавать потихонечку. Именно в скорости. Вот не хватает ей. Вот это вот ускорение срабатывает очень редко в последнее время у меня. Ну, я сейчас уже привык к этому суперкару потихонечку и начинаем с тобой сдавать позиции, потому что. Давай-ка я вниз, наверное, поеду. Да, так будет лучше. И прямо на финиш, да? Есть. Ну что, проехали мы здесь нормально. Забираем с тобой 18 деталей. Это у нас ускоритель фляг для тягача. Опа. Колеса, но эти колеса у нас идут на выскочку. Темные дороги. Слушай, темные дороги, может быть, попробуем. Блин, знаешь, что надо было взять на темных дорогах? Супер дизель. Да, наверное, надо было. Блин, точно. Хотя, подожди, может быть и так. Ух. Какая же она неустойчива во время вот этих вот полетов. Особенно, когда летишь, впереди встречается тебе какой-нибудь уклон, выступ, и ты в него врезаешь, ребята. Есть шанс большущий просто перевернуться. Вот здесь вообще заехали? Заехали. Опа. Все, приплыли. Если ты перевернулся, ты уже встать не можешь. То есть, если ты перевернулся во время скорости большой, у тебя есть шанс встать на колеса. Но если ты скорость эту потерял, то ты, считай, уже трупец. Не буду я туда заезжать. Зачем мне вот это вот надо было? Скажи вот, пожалуйста, зачем? М-да. 4 очка. Второе место, короче.
Глубоководная езда. Ну давай попробуем на суперкаре проехать. Набирает скорость быстро, но также ее быстро и теряет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, тут финиш, отлично, ребят. Первая гонка удачная у нас получилась. Ну как же ты, блин, без идеального-то старта. Ну ёк-макарёк, ну что это? Тихо. Не спешим. Прекрасно. Давай-давай-давай, забираемся. Все, даже не спеша, ребята, я тут всех почему-то обогнал. Че там, талассофобия? Талассофобия, мне кто-то писал в комментариях, что это боязнь глубины. Значит, у меня, ребята, талассофобия. Я боюсь глубины. Но я боюсь не самой глубины, я боюсь того, кто живет в этой глубине. Или кого я себе представляю на этой глубине. Вот как здесь, видишь? Осьминог вот такой вот вдалеке на заднем экране светится. Вот себе я тоже представляю всякую ерунду. Что какая-нибудь там акула, представляешь, да? Плаваешь на Черном море и думаешь, блин, сейчас акула тебе схватит. По приори там и акул-то нет, таких хищных. Ну вот, фантазия слишком богатая. Так, ну что, проехали мы с тобой неплохо эту гонку. Забираем здесь еще, кстати, награды. Управление в воздухе, ускоритель фляг. Ну что, до колес нам нужно еще две гонки сделать. Кубок пустыни. Мне кажется, мы скоро с вами перейдем на суперкар. Уже на постоянку будем на ней гонять. Что-то я уже к ней так привык. К этой машине. Так, суперкар, вали нафиг. Ой, спорткар. Опа. Классно. У меня есть еще желание поставить на наш суперкар крылья. И просто посмотреть, как она будет с крыльями себя вести. Мне кажется, будет классно. Ну, приходится вот так вот притормаживать. А смысл взмывать воздух, а потом там 3 часа барахтаться. Когда можно вот так вот скорость немножко снизил, перепрыгнул тик-так кактусики и едешь дальше себе спокойно опять. Зато знаешь, как игруха просыпает тебя от сна. То есть был сонный, пару игрулек сыграл, все, уже весь на адреналине, весь заведенный, как электроподшипник. Нифига там, что делает чувак. Эрик, успокойся. Тягач, ну ты-то куда еще лезешь? Выпрыгивает он там. Холоп. Да ёк-макарёк. Горные мосты. Блин, это же... Нет. Горные мосты мы, наверное, поедем. Вот на чем. Да как же ты опять без идеального старта-то, парень? Я, наверное, погорячился насчет горных мостов, ребята. Фу, думал, сейчас разобьемся. А, отлично. Просто шикарно мы здесь проехали. Давай далее. Там кто, ХКР-ка? Там кто только за нами не едет? Что, проедешь, хочешь сказать? Конечно, проедет. Раллийным авто еще и не проехать, да? Ой, супердизелю еще и не проехать. По каким-то там камушкам. У него посадка-то, извини меня, какая? Плюс колеса. Я, кстати, обновил. Опа, тихо. Я обновил, ребята, первую часть ХКР-ки. Давай, проезжай. Там доступна новая трасса. Надо будет как-то заняться ей, поиграть, попроходить. Твою налево, я думал, что
понятно, короче. Специально же ехал потихоньку, думал, проедем, проехали. Так, ну что, здесь возьмем, наверное, суперкар. Да кто там едет? Это ККМ-ка, что ли, меня обгоняет? Совсем припухло, да? ККМ-очка-то это. Лезет, как говорится, не в свою очередь. Начало испуга. Да ладно, начало испуга. Какой испуг-то? Штанишки надудонили, что ли? Тихо, ты не врезайся так сильно. Да блин, зачем ты подлетаешь-то под потолок? Езжай нормально, спокойно все. Никто за тобой не бежит, не гонится. Давай, 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 есть. Блин, ты посмотри, какая настырная. Это ККМ-ка. Все лезет за мной и лезет. Ну а баги как обычно, ребят. У нее обалденный старт. А по факту тягач. Шик и блеск. Проехал отличные гонки эти. Ну что, колеса мы получим сегодня или нет? Да, ребята, мы получили колесики. Новый вид, выскочка. И 46 тысяч кубков уже, ребята, на прямой. Кубок развлечений. Это у нас пустынь, что ли? Нет. Точнее, это пустыня, это не пляж. Как обычно, блин. Перелетаем, перелетаем эти кактусы. Нелепые все. Ать. А вот здесь мы на этих кактусах-то и погорели. Второе место пока заняли. Да за счет этих прыжков. Блин, вот в пустыне-то, конечно, это будет похуже для меня. Если здесь будет очень много этих подъемов. Вот тебе. Вот тебе, Рэй. Получи, блин. Ну здесь-то хоть проедем, ё-моё. Твоя же стихия. Давай, 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 выжимайся все соки. Отлично. Итого у нас получается 5 очков. То есть второе место мы занимаем. Фабричный кубок. Едем. Фига ты втопил, парнишка. Довольно круто. Начал он заезд. Ну, у него, видимо, это была ракета, да? У него была ракета, а у нас ничего не было. У нас просто была своя собственная скорость. Да, он с ракеты начинает. Но я не вижу, чтобы она ему особого там преимущества давала. Стартует он, конечно, быстро. А дальше-то все, скорость потерял. Так, давай, 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 давай. Вставай ты на колеса, ты, твою же, налево. Есть. Ну, теперь я спокоен. 6 очков у нас есть. Так что, даже если мы теперь сфейлимся, вдруг, все равно будет первое место за нами. Да что ты как каракатица-то, ёк-макарёк. Туда-сюда бултыхает ее. Ну что, кубок езды по ухабам. Кто у нас там по ухабам? Спец. Супер дизель. Фиг. Это что? Это сейчас что было, ребят?
Че это, я не понял, что это сейчас было? Почему такой резкий подрыв? А, он с ракетой, ёлк-макарёк. Он задал себе определенную скорость, да? Понял. Он задает определенную скорость себе, и с этой скоростью едет. Трэш. Это называется рейвский трэш. Что там, пещерные кубки? Пустынные пещеры, блин. Пещерные кубки, блин. Да не разбейся ты только. Растудыть твой тудыть. Ну, нормально. Взяли первое место. Прокатитесь с ветерком. Ну, поехали. Я не помню ни одной трассы, чтобы мы без ветерка тут катались. Давай, 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 давай. Кто там? Есть. Посмотри, а? Красная чмошка меня хотела обогнать, но ничего у нее не вышло. Хотя я видел, как он старался. Опа. Взял, называется, идеальное приземление, да? Я им даже не пользуюсь, ребят. Вот, только сейчас сработало. Давай, давай, на колесики, на колесики. Четенько. Фига, костюмчик неплохой, неплохой, тут не поспоришь. Райская бухта. Райская бухта, если не ошибаюсь, здесь. Может, монетный взять? Нет, лучше возьмем крылья. Ну, ё-моё, ну сфига ли тут выскочку-то взяли? Ой, выскочку этого лихача. Да я знаю, что лихач без крыльев нормально летает, перепрыгивает. Че так? Сейчас еще... Почему вот эти всякие нелепые ситуации происходят именно со мной, а? Ну почему, блин? То бревно какое-нибудь упадет на голову, то еще что-нибудь. Ну сфига ли, блин? То сейчас лодка раздавила. Ну ёпрасоте. Элиф, подождите меня. Эй. Пипец. Второе место. Ладно. Блин, я крылья... Крылья же не убрал. Вот в чем проблема-то. Слушай, ты посмотри, опять этот говнюк сюда едет. Опять второе место. На этот раз супердизелю уступили. Теперь давай мотоциклу уступим, да? Да нет, по ходу дела мотоцикл спекся где-то там. 7 очков. Блин, тут еще одна гонка. Я думал, что сейчас уже будем пожинать плоды первого места, но тут еще. Так, Элиф. Давай ты где-нибудь там подвинешься. Ну вот это вот дебилизм. Моя машина просто подпрыгивает, а у него проезжает спокойно, смотри. Так, ну нет, он там забуксовался тоже. Все. Теперь точно первое место.
Так, вернулись. Шахты. В шахтах нам, скорее всего, крылья не понадобятся. А что нам понадобится? Монетный ускоритель в шахтах. Хотя вряд ли мне здесь понадобится ускорение, если честно. Тягач тут еще лезет. У-ху! Нормально. Слушай, тягача мы сделали, прикинь. На его, так сказать, стихии. А стихия у него какая? Прыжки, ребят, конечно же, прыжки. Какая? Я туда не потяну. Да не разбейся ты, господи. Что с тобой не так-то, блин? О-о-о-о-о-о-о-о, вырывается, ребят, вырывается. Тягач. Да неужели? Круто. Поборолись на самом дне. Если не ошибаюсь, это у нас сейчас будет чисто спуски. Спуски все ниже, 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 ниже. И ниже. Да, 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 да. Тягач довыеживался. Андрикон. Ну, первое место все равно за нами, ребят. Нагорный кубок. Ну что же, нагорный кубок так нагорный кубок. Запрыгивай, доезжай, точнее, блин. Будь добр, нормально себя веди. Ну тут вот, конечно, вот это вот вообще не в тему, да? Вот в данный момент ускорение это есть. Блин, хочется еще прокачать. Я, ребят, даже боюсь представить, если монетный ускоритель прокачать до 10 уровня. Это что же будет? Это представляешь, как это будет бешеная скорость? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я не доехал. Да никто, по-моему, не доехал, да? Нет, один доехал кто-то. Один доехал, и именно ему мы проиграли. Это Паул. Ну, твою налево, еще гонка. Опять кубок «Скалистая дорога». Давай посмотрим, что у нас тут получится. Я вниз. За счет монеток, да? Да, ребят, за счет монеточки я здесь немножко обставил наших неприятелей. И финиш. Выручает, но хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее у нас машинка ехала. Ну как так-то? Че он там? Крыльев вроде ни у кого нету, блин. Педро, блин. Куда ты едешь, а? Кури бамбук, Педро. Ну, Зевсу только проиграли. И то ему повезло, что у меня не было крыльев. С крыльями я бы его порвал бы просто как сосунка бы. Ну давай, 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 выжимай. Так, хоп. А валунчики-то мы перепрыгнули. Ну вот, вот тебе показатель, что все остальные сосунки. Да, ребята, берем две детали, и это монетный ускоритель на тягач. Ну что, я думаю, еще одну серийку нам надо будет запилить в ближайшее время и взять все-таки 50 тысяч кубков. Я не думаю, что... Привет, привет, ребята. Что в этом будет какая-то проблема.
я все. Так, ну что, друзья, давайте мы на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!